Свердловское отделение Госинспекции безопасности дорожного движения уже давно сотрудничает с Екатеринбургской епархией. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского на улице Ясной архимандрит Гермоген Еремеев проводит беседы для сотрудников ГИБДД, не забывает и прихожан призывать к соблюдению порядка на дорогах. А вчера, в день 76-летия ГИБДД, в храме Серафима Саровского состоялся молебен для сотрудников Госавтоинспекции, который возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Государственная автомобильная инспекция была образована в 1936 году, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в 60-е годы. С той поры поток автотранспорта значительно увеличился, и сегодня смертность на дорогах необычайно велика. Поэтому на сотрудниках ГИБДД лежит большая ответственность. Своей строгостью они помогают сохранению жизней. И мы, конечно же, сегодняшний день сердечно благодарим вас за этот труд, который вы несете, за в любое время, при любых погодных условиях, за то, что, несмотря на качество наших дорог, все равно сотрудники безопасности дорожного движения пытаются и сохраняют жизни очень многих людей, предотвращают их от гибели. И при всем том внутреннем ропоте, который каждый из нас, как пассажир или как водитель, имеет в своей жизни, мы все прекрасно понимаем, что без вот этих ограничений, носителями которых вы являетесь, нам было бы гораздо-гораздо сложнее и хуже в этой жизни. Зачастую аварийные ситуации на дорогах связаны с беспорядочным поведением водителей и пешеходов. Если нет сотрудника ГИБДД, то человек нередко позволяет себе нарушать правила дорожного движения. Между тем, всякий ответственный христианин должен понимать, что нарушение порядка может принести и ему, и окружающим боль, и даже смерть. Поэтому архимандрит Гермоген часто напоминает своим прихожанам о необходимости соблюдать правила на дорогах. Мы с вами реально понимаем, что никогда служба госавтоинспекции не победит тех нарушителей, то зло, которое творится на дороге, только мерами кары. Именно Слово Божье, когда вы, проводя службу, говорите о том, чтобы соблюдали правила дорожного движения, о том, чтобы переходили в нужном месте, это тоже то доброе дело, которое вы несете в массы, которое действительно помогает сократить то количество погибших, пострадавших, исключить ту человеческую боль. О плодотворности взаимных встреч представителей ГИБДД и епархии свидетельствует присутствие на молебне большого числа ветеранов ведомства. Они тепло вспоминают общение со священнослужителями. Я еще когда сам работал, мы очень тесно взаимодействовали с отцом Гермогеном. Даже когда только-только зарождалось вот это вот прекрасное здание, этот светлый храм только начинал строиться, у нас уже тогда были тесные связи. Вот сегодня это уже упоминалось, что еще тогда отец Гермоген, и до него еще были священнослужители, которые постоянно и к нам приходили, работали и с личным составом. А самое главное, что здорово, конечно, они работали с прихожанами именно на цели безопасности дорожного движения. Митрополит Кирилл поблагодарил служащих ГИБДД за сотрудничество с епархией и отметил тех, кто внес особенно большой вклад в это взаимодействие. Начальник управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин был награжден медалью Святой Великомученицы Екатерины первой степени. Также были отмечены еще несколько человек, которые получили медали Святой Екатерины и Святого Праведного Симеона Верхотурского.